Давайте, дорогие друзья, сделаем сегодня для вас информативную серию. Суть ее будет заключаться в том, что я вас познакомлю с нашим оборудованием, познакомлю с технологическим процессом, который мы используем для создания той или иной продукции, либо для кастового рынка, либо для другой промышленности. И суть всего этого – показать вам, что не настолько все просто, что нельзя просто взять алюминиевую чушку, поставить ее в станок, нажать кнопку и, как из микроволновки, достать готовый продукт. Это все часы подготовок, это большое количество программного обеспечения, это огромное количество информации, это огромное количество инженерии, кропотливого труда и тому подобных аспектов. Поэтому сегодня на примере одного из заказов мы с вами рассмотрим все пошаговые моменты производства и пойдем с нами. Наши хорошие друзья пришли к нам с просьбой производства для Harley Davidson V-Road заднего маятника, нового колеса и системы крепления амортизатора. Суть заключается в следующем. На родном маятнике амортизатор работает на сжатие и стоит в верхней части, то есть с верхней части маятника идет к верхней части рамы. У нас задача следующая. Нам нужно перенести амортизатор, работающий на растяжение, в нижнюю часть рамы. Это очень популярная тема в Европе, они повсеместно это используют. Мы будем делать это первый раз. Проблема заключается в следующем. Здесь есть очень сложное место, где проходит картер двигателя и находится труба, к которой нужно сделать наше крепление для амортизатора. Вот. Чтобы точно получить это место и все зазоры и расстояния, там невозможно все это измерить штангой циркулем. Для этого нам потребуется выехать в мастерскую к ребятам и произвести первый этап. После сканирования мы получаем модель, которая состоит из множества точек, то есть она не является математической, и следующей нашей задачей является перевод этой модели в параметрическую математическую модель. Этот процесс достаточно трудоемкий и тоже требует отдельного аппаратного обеспечения. Дальше у нас идет блок инженерии. Это один из самых массивных блоков. Он требует репродуктивного мышления, он требует множества часов. И на выходе мы с вами уже получаем готовые детали, которые мы можем запускать в производственный процесс. И здесь как раз начинается все самое интересное и неизведанное для многих. Итак, мы с вами в двух шагах от физической фрезеровки деталей, и здесь у нас начинается самая интересная, дорогостоящая, времязатратная процедура. Наверное, вы знаете, что сам станок читает определенный GM-код, то есть это набор всяких команд, написанных в определенной последовательности и логике, но если какую-то простую обработку по движению x, y мы с вами можем написать вручную, то сложные траектории, все, что касается 5 осей, 3 плюс 2 и все остальное, естественно, уже пишет программа, потому что человеческому мышлению такая тема уже не поддается. Вот. Поэтому тут мы упираемся с вами в выбор программного обеспечения. Мы остановились на Esprit от DB Technologies. У программы очень мощный 5-осевой модуль, он позволит полноценно раскрыть потенциал нашего станка. Но есть еще один немаловажный фактор. Все сложные компрограммы достаточно проблематично поддаются самообучению, поэтому одним из больших факторов в выборе системы было именно наличие в нашем городе онлайн-поддержки и системы обучения.
И тут надо отдать должное компании LotusNT, которая является дистрибьютором Esprit в России. Инженеры компании нас обучили, теперь ежедневно в онлайн-режиме оказывают нам поддержку, мы завалим их своими файлами, они кропотливо пытаются найти решение наших проблем, и, конечно, хочется от всей нашей компании сказать вам большое спасибо и низкий-низкий вам поклон. Следующий немаловажный фактор при выборе CAM-системы – это постпроцессор. Постпроцессор – это программа, которая переводит траекторию, написанную CAM-системой, непосредственно в G-код, который уже читает сам станок. И здесь к Esprit огромный плюс, потому что они очень плотно сотрудничают с производителем нашего станка, с ХААСом, и у них уже есть готовые постпроцессоры на нашу программу. То есть мы получаем обслуживание как по самой CAM-программе, так и по постпроцессору. Так, то, к чему вышли последние 10 минут, а мы последние 3 месяца, лежит передо мной на столе. Это практически готовый продукт, его осталось отполировать и покрасить. Когда мы брали за эту работу, мы хотели попробовать в ней все то, что нам предстоит в будущем при создании нашей продукции. Это и сложная обработка с поворотами, кондукторами и тому подобными вещами. Это пятиосевая обработка, это обработка с высоким вылетом инструмента. И теперь, когда мы прошли и набили столько шишек, прошли столько войн со станком, программой, режущим инструментом, и тому подобными вещами, мы можем сказать, что и такой продукт существует в нашей стране. Желаем вам обязательно прикоснуться к технологиям в своей жизни. Это действительно интересно, это увлекательно, это вас развивает, это развивает мир вокруг вас. Поэтому дерзайте, развивайтесь, у вас обязательно все получится. И самое главное, никогда ни перед чем не останавливайтесь.